Штаб по реализации инвестпрограммы на очередном совещании обсудил темпы строительных работ на объектах, а также исполнение поручений, данных на предыдущем заседании. Главе государства представлена информация о состоянии дел на строящихся объектах и перечень генподрядных организаций, срывающих сроки предоставления отчетной документации. Мост 13 коммунаров, то есть в общей сложности из 61 миллиона, которые должны освоить в этом году, на 45 миллионов фактически работы есть, но они будут закрыты после получения положительного заключения экспертизы. То есть работы проведены, остается подготовить соответствующие документы. Что срок-то вообще на ваше отчетное? В течение 2 дней после получения заключения будут приняты все объемы. Глава Минстроя доложил, что до вчерашнего дня отчетность не предоставлена по улицам Медведева и Путина. В понедельник была получена новая экспертиза по этим объектам, ввиду того, что там были уширения. Сметная документация откорректирована, получено положительное заключение. Уже вчера УКСом были приняты оставшиеся объемы, и в полном объеме уже объект закрыт. Такая же проблема по объекту газоснабжения детского лагеря в селе Мзюгу. Есть отставание и по мостовому переходу в селе Корниц, так как к этому времени договоры на строительство еще не заключены. Ввиду того, что этот объект был внесен в инвестпрограмму как перенос с 25 на 23, и пока парламент не примет новые поправки, мы не можем заключить договор с ним, по факту работы проводятся. Министр строительства добавил, что мероприятия по установке приборов коммерческого учета электроэнергии в этом году не могут быть завершены в полном объеме. Порядка 60% от всего объема, или даже больше 60%, это стоимость оборудования. У Аслана Беговича оборудование уже заказано, но на ее установку потребуется тоже порядка месяца. И если даже в течение недели будет осуществлена доставка, то работы все равно выпадают до конца января. В завершении заседания президент призвал представителей подрядных организаций и руководителей профильных ведомств к своевременному принятию необходимых решений, не допуская срыва сроков строительства. Зарина Кочеева, Азамат Кудзе, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня.